Маш, ну конечно стоит. Конечно он стоит. Ты видела, какие у него стены? Их еще небось феодалы строили, а крыша у него какая? А у нас стен нет. Маш, ну да, у нас нет стен, но зато у тебя есть койка в общежитии, а? А у меня проходная комната в коммунальной квартире. Крыши никакой у нас нет. Когда по улицам брожу, в чужие окна я гляжу, о, как мечтаю. Все, пойдем, перерыв заканчиваем.